здравствуйте. Увидел объявление. Доступное жилье 300 тысяч рублей. Это у вас же, да? Да. Вот пришел как-то поконкретнее узнать о вашей конторе. Наша компания абсолютно неизвестна на рынке. Ну, я ее замутил буквально вчера. Ага. А лично обо мне вы могли слышать в новостях. Я широко известный мошенник. Ну, да кто вас не знает, конечно же, слышали. А можно более поконкретнее именно о самом жилом комплексе? Ты, кстати, о нашем новом уютном гнездышке. Жилой комплекс «Нижнее днище» отличается от остальных жилых комплексов в первую очередь своим отношением к закону. Это каким? А никаким. Все незаконно. Ни одних бумаг, ни одного свидетельства. Зато мы занимаем первое место в рейтинге самых неблагонадежных застройщиков. Если не верите, можете посмотреть в интернете. Там вся информация есть. Да почему же не верим? Конечно же верим. Вы что? Прекрасно. Благодаря вам и держимся. Еще вопросы имеются? Извините, конечно, меня, но все равно есть такая долька, так сказать, сомнений. Скажите, пожалуйста, ну а почему так дешево? За счет экономии. В отличие от остальных застройщиков, мы полностью отказались от строителей, от техники, от бетона, от отделочных материалов. Подождите, а можно ли при таком ведении дела, ну, рассчитывать на качественный дом? Вы знаете, дом это вообще не наш конек. Мы специализируемся исключительно на прибыли. И сколько, если не секрет, составляет ваша прибыль? А не секрет, 100%! Профессионально. Естественно. Еще такой небольшой вопросик. А ты, кстати, о какой площади мы ведем с вами диалог? Я вставлю. Однёшки. Потому что двушки за 300 тысяч совсем уж неправдоподобно. А однёшки улетают, как горячие пирожки. И сколько их еще осталось? Вы знаете, я не считаю правильным их считать, поэтому я их не считаю. Но я вам с уверенностью могу сказать, что хватит для всех. А мы можем вот прям посмотреть, ну, уже на каком этапе стройка, а? Ну, конечно. У меня от вас никаких секретов. Пойдем. Вот, пожалуйста. Ну, я смотрю, тут очень еще много работы. А вы знаете, планирую на этом закончить. Это что, получается, даже без фундамента? Очень черновая девочка, да. Расскажите хотя бы об инфраструктуре. Планируем сохранить здесь природный ландшафт. Ага. Это будет у нас так называемая парковая зона. Ну, природный ландшафт сейчас в моде. Да-да-да. Еще вопросы? Такой вопрос, а вот ипотека, вот возможно? Исключено. У меня все счета заблокированы, потому только наличка. Да. Вы знаете, ну все равно есть небольшие опасения. Ну, мне кажется, что дом не будет сдан вовремя. Да откиньте все опасения, дом вообще не будет сдан. Но где вы еще найдете однешку в парковой зоне за 300 тысяч? Ну да, действительно. Конечно. Не найду. Ну что, беру. Я вас поздравляю. Танька будет рада.